Всем привет, это канал Туман оф Плей, с вами Владимир, и мы играем в Uncharted 3, Иллюзии Дрейка, и эта глава называется «Кладбище кораблей», ребята. Мы продолжаем прыгать по кораблям, и нам нужно попасть на борт вон туда куда-то пройти. Надо найти Салли, спасти Салли. Опачки, иди сюда. Аккуратно с тобой расправимся. Как бы еще нам по-тихому сделать-то, а? Как бы по-тихому сделать, чтобы шуму тут много не наводить. Давай, сзади подходим. Есть. Сейчас этот будет ходить. Мы быстренько проникнем вот сюда куда-нибудь. Сокровище, ребята, сокровище новое. Античная серебряная шкатулка. Стой, а он же сюда должен прийти куда-то, да? Ну-ка, иди сюда. Или куда он ушел? Что-то я откровенно уже просто пошел на них. Давай! Все. Вот это зря. Я нашумел, короче, здесь. Ребята, нашумел очень сильно. Я ему чеку выдернул. Все, началось, ребята. Понеслось, как говорится. Понеслась. Аккуратно. Теперь они будут агриться все на меня. А, вот этот закидывает. Нет. Четко прям до меня граната долетела. Я прям на нее наступил. Ну-ка, отойди. Мы можем еще выжить. О, еще и сокровища нашли. Отлично. Браслет с золотом и кораллами. Нормально. Сейчас просветлею, так сказать. Зрение мое просветлеет, а то все помутнело. Где он там? Че, корабли, шторм? Корабли болтают. Да что такое? Ну все, попал нормально. Идем дальше. Штормит, ребяточки, штормит. Это что? О, еще сокровища. Сколько ж тут сокровищ? Много всяких. Примитивный серебряный браслет. Да какая разница, примитивный, не примитивный. Главное, браслет. Это же сокровище. Дальше куда? А, все, тихо. Туда не падать, там, наверное, сразу погибнешь. Ну, это я по кругу прошел. Это я прошел по кругу. Надо искать, значит, куда-то залезть надо. Еще раз идем сюда. Неужели на кран надо лезть? Полезли наверх, ладно. Вот веревка висит. Да куда ты? А, ну хотя нет, ничего, я не погиб. Надо просто нормально вылезти обратно. Подсказка была. Я пропустил подсказку. А, мне вон туда надо. Но мост, вон тот надо как-то развести. А, ну все, с мостом, значит, дело здесь. Идем, крутим. Держись, Салли, я спасу тебя. Главное, чтобы мы не ссали. Так. Не... Черт! Опа! Ну, как обычно, да, вот все здраво не проходит. И уплыли просто. Что делать-то? На чем мне их догонять? Вплавь, что ли? Не, я не поплыву. Так не догонишь. Надо искать какую-то шлюпку или катер. А, и пацаны еще пришли. Ничего себе. Ладно, раз. Да хорош, попади по мне нормально. Вон они еще издалека. И здесь поближе уже стоят. Так, давай. Сейчас мотыляет еще. Ну, в принципе, то, что мотыляет, это мне тоже
на руку, они тоже не всегда могут попасть по мне. Ну и я тоже вон патронов сколько трачу. Где ты там? Есть. Так. Один же остался вроде, да? Да попади уже по нему. А этот что зажигательное что делает? Это кто? Это мне машет кто-то, подожди. Это Хлоя, что ли? Лена, я не вижу отсюда. Ну-ка, поближе надо подобраться. Или кто это? Че он машет? А, нет, это чувак какой-то вообще. Хорош махать. Он под ногу зовет, прикинь. А я стою, жду, пока ребята придут к нему. Подождите меня! Тихо. Зачем ты мне по лицу дал? Волна идет, офигеть, цунами. Что делать-то, куда? Всплыть надо быстрее. Вот это я попал, ребята. А вот этот корабль, ну, надо быстрее. Вы же меня забыли. Забыли, ребята, меня. Быстрее, прыгаем. В смысле я не допрыгнул? Ну-ка еще раз. Я же нормально прыгал. Вы же меня забыли. Ну-ка. Вот. Все хорошо. Так, у меня оружия никакого. Вот это только есть. Дробаш, нормально. Заберем. Ай, кто? Да, зайцев они сбили. Да хорош. На. Еще сверху кто-то. На, попаду в тебя. Есть. Вот он вылез еще. Не уходи далеко, братан. Погоди, я за тобой пойду. А, еще один. Хорошо. Стоп, нет, дробаш оставь. Ай, стой. С тобой будет так. И с тобой будет так. Ну-ка, иди сюда. Да хорош, ну не надо меня бить. Так, дверца. А, вот он бегает. Это уже не смешно. Вообще реально не смешно. Вы что, столько вас? Отвали. Откуда они там прыгают? Другого корабля, что ничего столько много, правда-то? Ну-ка иди сюда, где ты там? На. Бамс, ты только припрыгал, да? Я уже тут как тут. Да хорош, еще кто? Вылези, говорю. Ладно, тогда с тобой пока решим. Кто еще там? Ребят, ну вы не серьезно как-то вообще. Помогите, ребят, все горит. Черт. Куда? Пробойно. Надо покинуть быстрее перепрыгивать. Корабль. Покинуть, конечно. Поплывем на другом корабле. Не ожидал меня, да? Ну-ка, давай с тобой тоже. Да попади, шторми. Иди нафиг. Откуда вы все лезете-то, а, крысы? Заколебал ты. Так. Дождь идет. И ты тут еще настроение испортил. Так. А это еще откуда? Кто там опять? А, вон. Нифига себе летит. Стой, где-то мне давали здесь. Давали такую штучку интересную. Вот она. Ух ты. Ах да. Давай, я тоже могу так. Давай. Еще разочечек. Давай. Ну,
Все, хорошо, видишь, как получилось. А то смотри, что они одни так умеют. А у меня тут тоже пожар, куда ввалить-то? Да, вижу лестницу. Во! Второго шанса не будет. Есть. Сам нарываешься. Это будет уже в следующей серии, ребята. Всем спасибо за просмотр. Поставьте лайк видео и подпишитесь на канал. И нажмите колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Всем удачи, всем пока.